Всем привет! С вами снова я, Ниагара. Мы продолжаем проходить Dragon Age. Начало. Так, подождите. Ой! Сейчас посмотрим, вот этого надо. Сперва. Давай. Наноси ему удары. Я тут немножечко прибралась. О, у себя. В инвентаре. Вернее, в панели быстрого доступа. Все, порядок. Видите, распределила здесь удары, здесь аптечки у меня, то есть все так аккуратненько. Вот. Так, стета тоже забираем. Это забираем. Припарки. Сундук закрыт. И все еще мы поднимаемся на самый верх. Тут эти порождения тьмы понабежали. Ледяная стрела. Никак не можем мы добраться. Казалось бы, простое задание. Мы не должны были участвовать в бою, просто зажечь огонь. Мы попали в самую заварушку. О, черт. О, черт. Хотите сказать, это босс? Мы сохранили. Так, стоять. Значит так, ставим лук, я ее отвожу, а маг попробует применить слабость. Отлично. Так, он за мной, да? Ну уже, покончим. Тихо, покончим, конечно, с покончим. Этим. Я здесь уже давненько вообще пытаюсь его победить-то. Во, давай в атаку. Он там отключался на какое-то время. Убегай! Ах, жесть! Применяем аптечку. Давай. В атаку! Давайте! Все, конец тебе! Полите его! Вот он, если вот так хватает, то это плохо. Ой, уходи! Блин. Алистер он уже убил. Так, стоять. У мага есть такая прикольная штучка. Сейчас мы его зажарим. Ай, меня тоже зажарил. Уходи, 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 уходи. Ой-ой-ой, плохо, плохо, плохо. Так, товарищ маг, пожалуйста, опять сделайте это. Отлично, правда, песика тоже досталась, да? Давай, давай, немножко осталось. Давайте! Есть! Господи, это я не знаю, какая по счету попытка. О боже. Не знаю, серьезно, какая по счету, но мы сделали это. Что там у него? Сильная целебная припарка, тяжелая кольчуга, щит и руна. Взять все. Тяжелую кольчугу я не могу, да, взять? Даже не знаю. А можно что-нибудь выкинуть или как продать, да? Уничтожить. Так. Взять. Все. Текст у нас там. Инвентарь переполнен. Да, у меня текущее количество предметов в инвентаре превышает максимально допустимый предел. Так, уничтожить или продать, или одеть. А кольчуга это вообще как бы нам... Насколько лучше? 8,5. Так, утомляемость 15%. Ну, она, может быть, зато защита хорошая, да? Господи, как она эта бедная таскает все. Ладно. Тяжелый доспех. Да. Инвентарь переполнен. Ну что? Бились. Кое-как я тут его победила. Он, конечно, вытрепал мне все нервы. Вот. И мы должны уже сжигать, наконец, выполнить свою миссию, поджечь. Труби отход. Но как же король? Разве мы не должны... Выполняй приказ! Отходим! Эй, вы, шевелитесь!
Да как так-то вообще? Что-то так все неожиданно. И короля убили. Да короче, ой. Что за жесть? Глаза твои открылись наконец-то. Довольна будет мать. Как так-то? А что с порождениями тьмы? Я тебя знаю, ты девушка из диких земель. Так, где я? Ну да, мы ее знаем. А что там? Ты ранена была, и мать моя тебя спасла. Не помнишь? Подожди, что с армией, что с королем? Я помню, как порождения тьмы набросились на меня. Она спасла меня из башни, это очевидно, так что с королем? Покинул поле тот, кто должен был на ваш сигнал ответить. Порождение тьмы победу одержали. Тех, кого бросил он, на части разорвали. Твой друг переживает очень сильно. Ты хочешь сказать, Алистер, что с серыми стражами, с королем? Так, ужасно, нужно уходить. С королем что? Все мертвы. Твой друг то отрицает все, то горю предается. С тех пор, как мать ему об этом рассказала. Он у огня, снаружи. Мать хотела поговорить с тобой, как только ты проснешься. Ну, я пойду тогда. Так, почему твоя мать хочет меня видеть? Я была сильно ранена, но уже не имеет значения, вылечили же. Могу я задать тебе несколько вопросов? Задавай, не торопись. Мы здесь в безопасности, где порождение тьмы. Почему мать спасла? Так, а расскажи подробнее, как удалось спасти. Она обратилась гигантской птицей и с вершины башни вас унесла в когтях. Если ты не веришь, спроси у матери. Она сама все может рассказать. Так, а порождение тьмы где? Мы в безопасности. Мать магией своею удерживает порождение тьмы. В пути бывает всякое. Орда их ушла из прежних мест, и, может быть, получится пройти мимо нее. А кто еще выжил? Лишь дезертиры, да и те ушли. Тебе не надо видеть, что сейчас в долине этой страшной происходит. Да, жесть. Так, почему он оставил короля? Не ведаю я, кто такой Лагейн. Спросите мать о нем. Угу. Мне это любопытно тоже, но она не говорит. Возможно, лишь до вас она смогла добраться. Я короля бы вашего спасла, ведь за него дадут гораздо больший выкуп, чем за тебя. Намного, намного выше. Я вообще-то тоже признаю свою ошибку. Ну ладно. Я согласна. А теперь ты с матерью моей поговори. И в путь. Скорее. Нужно поговорить с матерью, а еще нужно поговорить... Короткий лук. А, да-да. Поговорить с Алистером, он там убивается. Сундук закрыт. Но я сейчас немножечко... Посмотрю, что можно сделать с инвентарем. Что-то, может быть, уничтожу. Хотя, конечно, лучше было бы продать. Нужно поговорить сейчас с ведьмой, которая нас спасла, и с Алистером. Ну что, видишь? Вот он, твой приятель, Серый Страж. Не стоит так волноваться, подруга моя. Ты жива? А я думал, что тебя уже нет на свете. Да нет, я пока еще есть. Спасибо матери Мориган. Ты испугался, что тебя оставят одного? Я в порядке, спасибо, что беспокоишься обо мне. Парочки порождений тьмы меня не прикончить. Дункан убит. Серые стражи, Дункан, даже король. Все погибли. Просто не могу поверить. Если бы не мать Мориган, мы с тобой валялись бы мертвые на вершине той башни. Вот только не надо говорить мне так, будто меня здесь нет. Прошу прощения, я не хотел. Но как же нам тогда тебя называть? Ты так и не сказала свое имя. Имена красивые, но бесполезные. Хасинды зовут меня Флемет. Полагаю, этого достаточно. Как? Та самая Флемет, о которой рассказывают легенды? Значит, Давид был прав. Ты ведьма диких земель, да? И что это меняет? Да.
Я немного знакома с магией, и вам обоим это пригодилось, верно? Угу. Так, какое нам дело, кто она? Мы должны немедленно что-то предпринять. Почему ты все же спасла нас? Если ты правда Флеми, ты должна быть очень старой и могущественной. Нам опасно здесь оставаться. Где все порождения тьмы? Нам стоит поблагодарить тебя. Так, все же почему ты нас спасла? Ну нельзя ведь допустить, чтобы в одночасье перебили всех серых стражей. Кто-то же должен разобраться с порождениями тьмы. Во все века долг серых стражей состоял в том, чтобы объединить все земли в борьбе с Мором. Или я не заметила, как это изменилось? Конечно, нет. Изменилось, когда почти все стражи перебили. Серых страж больше нет, пускай этим займется кто-нибудь другой, так рай трудно назвать единым. А все, Логейн. Конечно, нет. Но мы ведь уже сражались с порождениями тьмы. Король почти победил их. Почему Логейн так поступил? Хороший вопрос. Сердца людей порой чернее любого порождения тьмы. Быть может, он решил, что Мор — это обычное войско, и умелыми маневрами его можно перехитрить. Быть может, он не понимает, что истинная угроза — это зло, которое стоит за порождениями тьмы. Архидемон. Значит, мы должны найти этого архидемона. И кто этот архидемон? Так, Алистер настоящий, серый страж, а не я. А ты, Флемет, поможешь нам победить этот мор? Нам надо связаться с остальными серыми стражами. Вон тут много хороших вопросов. А что? Трейн надеялся, предав короля. А ты нам поможешь? Я? Да ведь я всего лишь старуха из диких земель. Я знать ничего не знаю ни о морах, ни о порождениях тьмы. Отмазалась. Ладно. Чтобы там не повредило мозги Логейну, он явно не считает порождение тьмы серьезной угрозой. Мы должны предупредить всех, что он ошибается. И кто станет тебя слушать? Разве что ты решил убедить в этом самого Логейна? Он предал своего короля. Если бы Эрл Эамон знал о том, что совершил Логейн при Астагаре, он бы первым потребовал его казни. Так, тогда мы могли бы к ним отправиться. Ты думаешь, Эрл поверит нам, а не Тейрону? Даже не знаю, что спросить. Вот что я думаю. Эрла и Амона не было при Астагаре, значит, его армия уцелела. И кроме того, он дядя Кайлона. Я его знаю. Он хороший человек, и в собрании земель его уважают. Ну, конечно. Мы отправимся к нему в Рэдклифф и попросим помощи. Так, других союзников можем найти, по-моему, замечательную идею. Так, помните, что Логейн когда-то тоже был человеком чести. Если увидят, какую опасность представляет собой Мор, так. А если, скажем, он не захочет нам помочь, что тогда? Я думаю, мы найдем других союзников еще. Ну, конечно же, соглашение. Серые стражи могут потребовать помощи от гномов, эльфов, магов и многих-многих других. Все они обязаны помогать нам во время Мора. Может, я и старуха, но все эти гномы, эльфы, маги, Эрл, Эамон и прочие... Все вместе они могут составить то, что зовется армией. Так мы и вправду можем это сделать. Отправиться в Рэдклифф и еще куда-то и собрать армию. Почему бы нет? Разве не так всегда поступают серые стражи? Так, если только это сулит какую-то выгоду, и погоди, не будем забегать вперед, сомневаюсь, что будет легко. Да, почему бы нет? Так вы решились? Вы готовы быть серыми стражами? Как никогда. Просто остаться в живых. Так, ты не хочешь предложить. Ну да, она уже сказала, ничего не знаю. Спасибо тебе за все. Мы уходим, старуха, не подгоняй нас. Итак, прежде чем вы уйдете, я могу вам предложить еще кое-что. Кипит похлебка, мама милая. У нас два гостя к вечерней трапезе. Или ни одного? Серые стражи скоро выходят, девочка. Ты отправишься с ними. Какой позор. Что? Ты меня слышала, девочка? Вроде как уши у тебя есть. Мать ее девочка называют вообще. Не по имени никак. Девочка. Какая-то девочка. Думаю, это отличная идея.
Почему ты думаешь, что она нам нужна? Спасибо, но если Морриган не хочет идти с нами... Нет, это отличная идея. А мне нельзя сказать? Ты годами мечтала выбраться отсюда. Настал твой шанс. А вы, стражи, считайте это платой за свою жизнь. Угу. Отлично, мы берем с собой. Такой был твой план? Так, берем. Не хотелось бы смотреть дареному коню в зубы, но не добавит ли она нам проблем? За пределами диких земель ее будут считать вероотступницей. Раз вы, юноша, не хотите помощи от незарегистрированных магов, лучше было вас оставить в башне. Разумно. Мама, не так себе я это представляла. Я даже не готова... Так будь готова. Эти двое должны помочь Ферелдену в борьбе с порождениями тьмы. Ты нужна им, Морриган. Без тебя им не справиться. И Мор погубит нас всех, даже меня. Я понимаю. А вы, стражи, все понимаете? Я отдаю вам самое дорогое. И делаю это, потому что вы должны справиться. Понимаю. Нам не нужна помощь, с нами ничего не грозит. Ну, грозит, наверное. Ладно, понимаю. Позволь мне собрать вещи. Сделай милость. А вот этих двоих она спасла, а маг как я же? В вашем распоряжении, серые стражи. Полагаю, сначала мы отправимся в деревню к северу от диких земель. Это недалеко, и там вы найдете многое из нужного. А если хочешь, покажу дорогу я, храня молчание. Выбор за тобой. Думаю, нам пора выходить. Нет, лучше говори на чистоту. Я не против, если Алистер согласен. На самом деле у нас есть вопросы. Да пойдем. Мама, прощай. Не забудь про похлебку на костре. Меньше всего мне хочется вернуться на пожарище. Еще чего. Уж скорее ты вернешься и увидишь, что Мор поглотил всю эту землю вместе с моей хижиной. Я лишь хотела сказать, что... Да я знаю. Постарайся развлечься, милая. Новое задание у нас есть. Совершенная природа зверя. Разорванный круг. О боже, сколько много заданий. Что там у нас по карте? Вообще пока мы ничего не знаем. Куда идти, зачем. И у нас есть Морриган. Так вот, мы не знаем, что стало с тем магом, который нам помогал. И помогал очень даже хорошо. Я думаю, без него бы мы не справились. В общем, чао, счастливо оставаться, мы пошли. Собрать отряд и отправиться дальше, да? А нам нужно сюда. Лотеринг. Правильно я понимаю? Окраина леса. Сейчас подождите. Подождите. Текущее задание. Алистер считает, что ему нужно попросить помощи у Амона Геринга, Эрла Редклиффа. Это весьма уважаемый аристократ, имеющий большое влияние в собрании земель. Алистер уверен, что и Амон поможет вам, как только узнает о предательстве Луигейна. Да, она же нам говорила, покажет какую-то деревню. Так, глубоко под землю отправится гномам. Эльфы, собрать их вместе. Так, добейся помощи в борьбе с Мором. Если заручишься поддержкой магов. Угу, ну то есть всех собрать. Потом, наверное, к Эрлу. Не знаю даже. Как лучше-то. В общем, ладно. Что такое? Почему я не могу топать дальше? Да. Ну, давай сюда идем. Дорожка из крови, что ли. Вот тут несколько мест, которые мы можем посетить, видимо. Но они какие-то такие серые, может быть, недоступны пока. Пещера это туда гномам, наверное, спускаться. Я рассчитываю, что каждый из вас найдет нам людей.
Нужно восстановить потерянное при Астагаре. И быстро! Многие готовы сыграть на нашей слабости. Позволь мы им это. Мы должны отразить нашествие порождений тьмы, но действовать благоразумно и без колебаний. Милорд, разрешите? Вы объявили себя регентом при королеве Анори и утверждаете, что мы должны объединиться ради нашего же блага. Но как быть с армией, потерянной при Астагаре? Ваш приказ отвести войска был неожиданным. Все, что я совершил, было сделано во имя независимости Ферелдена. Я верно служу трону, и вы должны поступать так же. Банны не станут вам кланяться только потому, что вы этого требуете. Я никому не позволю угрожать нашему народу. Ни вам, никому другому. Бантеган, прошу вас! Милети, он рискует начать гражданскую войну, если бы Аамон был здесь. Бантеган, мой отец поступает так, как должно. Но сделал ли он все, что должно для спасения вашего супруга? Да, подставил он его. А вот и мы. Подъем, господа! К нам идут новые клиенты, и ведет их, похоже, вон та красотка. Как-то они не очень похожи на остальных. Может, просто дадим им пройти? Чепуха! Привет вам, путники! Разбойники. Должно быть, грабят тех, кто бежит от порождения тьмы. У них хватило глупости преградить нам путь. Я предлагаю проучить их. Да разве так здороваются вежливые люди? Всего 10 серебряных монет и ступайте своей дорогой. Что? Тебе стоило послушаться своего приятеля, мы не беженцы. Так вы сборщики пошлин? У меня нет таких денег. Хорошо дать. Нет, послушай-ка приятеля. Что я тебе говорил? У них нет ни одного фургона, и этот вдобавок вооружен. Дорожную пошлину платят все, Ханрик. Вот почему это дорожная пошлина, а не, скажем, налог на беженцев. Да, точно! Даже если ты не беженка, все равно плати! Вот ведь, а. Не мечтайте, не стану платить. То есть мы с ними можем тут, наверное, порубиться, да? Так вы сборщики пошлин? Именно. Собираем денежки на ремонт имперского тракта. Вон какой у него плачевный вид. Вы занимаетесь ремонтом тракта, что-то не верится. Да, они не похожи на сборщиков пошлин. Тогда, может, вам стоит требовать сумму побольше? Так, что-то не верится. Тебя, я вижу, не обманешь. На самом деле это вовсе не пошлина. Мы тебя просто грабим, ясно? Да заткнись ты! Даже Генлок уже понял бы, что к чему. Я не стану платить. Не скажу, чтобы такие речи пришлись мне по душе. У нас тут, знаешь ли, свои правила. Хорошо. Значит, нам придется обыскать твой труп. Таковы правила. Запугать? А, давайте попробуем. Неужели вы хотите драться с Серым Стражем? Она сказала, Серый Страж? Из тех, что убили короля? Я слыхал, что они предали Ферлден. Тейрн Лагейн назначил за голову каждого стража солидную награду. Но ведь Серые Стражи, говорят, хорошие бойцы. То есть просто зверски дерутся. Уж если они смогли убить короля. Ты прав. Послушай, забудем о пошлине. Иди своей дорогой и убивай себе королей с порождениями тьмы сколько хочешь. Вот ведь какой этот слух распустил Лагейн, что они убили короля. Знаешь, с этим стражем пожертвование тоже не помешало бы. Давайте попробуем убедить. Может, денег да получим. Неужели? Командир, они просто зверские бойцы. Не забывай. Ну, ладно. 20 серебряных монет пойдет? Это все, что мы собрали сегодня. Напасть? Боюсь, что этого недостаточно. Да ладно,
хватит. Ну так бери эти деньги. Желаем тебе приятно провести время в лотаринге и все такое. Угу. Новое задание у нас еще есть. Текст есть. Новая местность доступна. Бандиты на тракте. Новое задание. А что за задание? Так, бандиты на тракте. Бандиты поставили баррикады на дороге. Они грабят честных путников, вынуждая их платить пошлину. Вы сказали бандитам, что вы серый страж, и они отпустили вас, побоявшись, что вы рассердитесь. Ну да, пусть боятся. Так, у мертвого храмовника есть записка какая-то. Карта мира. Так, это мы пойдем обратно, да? Ну ладно. В общем-то, мост мы преодолели, еще и денег взяли себе. Дальше... А, это мы возвращаемся, все поняла. Не в ту сторону побежали. Вот, подзаработали еще немного. А теперь мы здесь и не пройдем, да? А, ух ты! Какой вид шикарный. Вот и лотеринг. Как на картинке. О, ты наконец-то изволил с нами заговорить. На меч бросаться передумал, я так понимаю. Неужели так трудно понять? Ты что, никогда никого не теряла? Вот что бы ты делала, если бы твоя мать умерла? Ты имеешь в виду после того, как перестала бы хохотать? Дикость какая. Считай, что я ничего не спрашивал. Давайте не будем отвлекаться. О чем ты хотел поговорить, Алистер? Ты когда-то в себя совсем уходил, Алистер. Отстань от него, Морриган. Нет, давайте спросим, о чем он хотел поговорить. Наверное, о своем пупке. Он его уже долго созерцает. Все с тобой ясно. Ничего странного, что у тебя никогда в жизни друзей не было. Дружелюбие-то можно изобразить. А вот с умом, к сожалению, такой фокус не пройдет. Ладно. Давайте поговорим о том, куда собираемся держать путь. Нужно найти Фергюса, возможно, он еще жив. Полагаю, надо попробовать использовать эти договоры. Надо узнать, что в мире творится, а потом решать. У тебя есть мысли на этот счет, Алистер? Надеяться не вредно. Мне кажется, что Флемет выдвинула неплохую идею. Все эти договоры, ты их вообще видела? Нет, пока. Нас интересуют три договора. С далийскими эльфами, с гномами Арзамара и с кругом магов. Кроме того, я думаю, что мы можем положиться на Эрла и Амона. Я бы даже первым делом отправился к нему. Угу. Разберусь по пути, значит, надо отправиться в путь искать тех, кто нам нужно. А можно как-нибудь связаться с серыми стражами? Так, столько вопросов у него. Почему ты предоставляешь это мне? Так, а Морриган, а ты что думаешь? Ну, что ты думаешь? След за врагом. Найдите этого своего Лагейна и убейте его. Тогда можно будет и договорами заняться, не ожидая удара со спины. Да уж, он-то поди этого и не ждет. Не говоря уже про то, что у него там армия и опыта побольше, и... У меня спросили мое мнение, и я его высказала. Если тебе интереснее спорить, почему нельзя сделать то или это, то мы так и простоим здесь до пришествия порождений тьмы. Мне кажется, все-таки союзников важнее найти. Я даже могу сказать тебе, где искать. Где искать... Амона? В замке Редклифф, в крайней западной части Фералдена, рядом с перевалами. Если там его нет, нам скажут, куда он отправился. Угу, ладно. Если мы пойдем на восток, по направлению к Брессилианскому лесу, то сможем разузнать об обитающем там кочевом клане. Надеюсь, они еще там. Надо поговорить с их королем в Арзамаре. Это на западе, в Морозных горах. Путь туда будет нелегок. В башне на озере Калинхат. Это к северу отсюда. Нам нужен первый чародей, кто бы там ни занимал сейчас эту должность. Если не в походе с армией, то, вероятно, у себя во дворце, в Денериме. Можем, конечно, сходить и в Денерим, только что-то мне подсказывает, что нам там рады не будут. Так, смутные подозрения.
Ну ладно, все. Значит, у тебя созрел план? Да, готовы идти. Может ли кто-нибудь связаться с серыми стражами? Почему ты предоставил это мне? Так, а как связаться? За пределами Фералдена есть лишь одно место, где их можно найти. Это крепость Вейсхаупт. И она в тысячах миль отсюда. Ладно, мы готовы. Можно и туда. Что ж, когда будешь готова, сворачиваем лагерь и идем в деревню. Угу, меня сохранили. Так, ну нам нужно сначала определиться, что вперед мы будем делать. Я сейчас хочу просто здесь пока что побегать, посмотреть, что есть. Нам нужно продать ненужные вещи, затариться, если это возможно. Мне страшно. Когда мы пойдем домой? Ну, когда-нибудь пойдем. Вот. Купить себе что-нибудь. Курочки. Кореневый. Так. Это что там, в телеге нет нифига? Нет, это так, для антуража. Нет, там даже ящичков никаких нет. Ну, это беженцы. У них поселок здесь. А вот вообще, насколько смышлены Мабари? Как думаешь, понимают они? Маленький щит. Да-да-да, блин. И все, сначала... что мы говорим. Конечно, понимают. Мне Ах, сначала... вот как. Ты мог просто вслушиваться в тон моего голоса. Нужно продать все. О чем нам знать? Может быть, на самом деле ты полный болван? Не беси моего Мабари. Разве я сказал, что болван не может быть славным симпатяшкой? Ну-ка. Эй, ты, если Проводник. Ищешь надежное убежище, предупреждаю, здесь ты его не найдешь. Тут большое такое место-то. А, вот смотрите, на доске что-то можно. Харисты все еще держат свою прочитать. Кафедру. Вот это преданность делу. Будет сделано. Разбойники повсюду. Доска заданий. Такие доски с объявлениями о работе. Угу. Чтобы получить награду. То есть вот выполнив такое дополнительное задание, мы можем получить еще награду. Принять. Ладно, примем. Так, ну что же. Я предлагаю пока серию приостановить. Я тут побегу, разберусь. Мне нужно, как я уже сказала, продать там какую-то кучу мешков. Насобирать, что здесь есть. Желательно поменять оружие. Тут там горлопанит, что король любит. Вот, и потом разберемся с заданиями. Спасибо вам большое за просмотр этой серии. Скоро увидимся. И пока-пока.